Привет, друзья! Сегодня у нас несколько новое расположение. Обычно я снимаю за столом, но там сейчас работает мой муж, и поэтому я начала искать другое место в квартире. Я сейчас вот в спальне, поэтому камера стоит довольно странно, чтобы слишком много спальни упадало в кадры, поэтому вот спинка кровати выглядит вот так вот. Не обращайте внимания, я просто решила, что скажу вам про это. Так что, да. Снимаем видео. Сегодня у нас пустые баночки апреля. Их не так много, но я все равно вам расскажу, потому что вам это обычно интересно. Итак, кстати, давайте я начну с того, что у меня на губах, потому что я знаю, что вы будете спрашивать. Это та самая жидкая помада Jeffree Star оттенка Rich Blood, про которую я вам говорила в фаворитах, которую я просто обожаю. И я очень рада тому, что со светлыми волосами она мне на себе тоже очень нравится. Вот она. Это новая любимая красная помада. Я обожаю этот цвет. Просто хотела вам упомянуть. Да, это она. Так, что у меня закончилось? Первое — это гель для душа Avon Senses Блаженство Андалузии. Гранат и миндаль. Он пахнет довольно приятно, но вы знаете, как со всеми гелями для душа Avon. Сначала вы его открываете, он офигенно пахнет, а через несколько недель вас уже просто выворачивает этого запаха. Тут была та же история. Не то, чтобы он мне сильно надоел, но это один из тех запахов, который несколько приедается в какой-то момент. В остальном гель для душа был отличный. Я наверняка буду и дальше Avon что-нибудь заказывать в плане вот мытья. Да, так что он закончился. Следующая увлекательная вещь — это дезодорант Garnier невидимый Mineral, черное, белое, цветное. Я купила за упаковку исключительно, я имею в виду розовую упаковочку, вы знаете, для меня это просто действует только так. И она была маленькая, прикольная, и да. Он в плане функциональности работал хорошо, но вот в плане черное... Я это узнала довольно трагичным образом, придя на работу, и кто-то из коллег мне сказал: «Ой, Лена, у тебя что-то белое на кофте?» Да, я была, как всегда, в черной кофте, и у меня просто были следы от дезодоранта, которые я не заметила, и которые были на кофте из серии вот ближе к пояснице. Я не знаю, как они туда попали, но они туда попали, и это было неприятно, поэтому для черного он не подходит, либо будьте очень осторожны, в остальном норм. Крем для рук, бархатные ручки, королевская органа. Мне понравился этот крем для рук. Вы знаете, я люблю бархатные ручки. Я не знаю, почему я нюхаю все, про что вам рассказываю. Но он пах, да, приятно. Большинство людей, которых я знаю, обожают эти крема. Они очень дешевые, они отлично работают. Сейчас у меня другой крем бархатные ручки, но из серии из другой линейки. Но тем не менее, я их покупаю постоянно, я буду их и дальше покупать. Нет ничего плохого в этих кремах, они отличные. Дальше у меня закончился очень любимый мной шампунь Kintsugo for Professional Use. Repair Damaged Hair для поврежденных волос. Это то, что у меня, и его хватило очень надолго. Мне кажется, я его покупала чуть ли не в конце весны прошлого года, и он только закончился. При том, что я в основном пользуюсь именно им. То есть, несмотря на маленькую упаковку, хватает его очень надолго. Он хорошо пенится, он хорошо промывает волосы, и при этом он их делает очень мягкими. Это редкий шампунь, который как будто на самом деле увлажняет волосы. Очень многие шампуни обещают увлажнение волос, но на деле, мне кажется, большинство из них этого не делает. Этот на самом деле увлажняет, он мне очень понравился, я безусловно куплю его снова. У меня сейчас очень много шампуней, но когда хоть что-нибудь из них закончится, я безусловно к нему вернусь. Это один из лучших шампуней, безусловно. А дальше у меня закончилось средство для снятия лака Butterfly винил. Оно должно было снимать еще и гель-лак, но это нет. Обычный лак, оно снимало отлично, оно было очень вонючее. Да. И оно оставляло какой-то непонятный такой белый налет на ногтях после того, как я им пользовалась. Но зато это средство прекрасно удаляло лак моментально, очень быстро, без проблем. Сейчас у меня другое средство, оно мне нравится намного хуже. Поэтому я не исключаю, что я вернусь к нему. Ватные диски я самая. Хорошие диски, ничего не могу сказать, наверняка куплю их снова. Настойка календула – это одно из тех средств, которые я использовала, если вдруг у меня вскакивал внезапный прыщик. Сейчас у меня другое средство от вот подобных неприятностей на лице, но оно работало, оно... Ну, вообще оно вполне справлялось, и это одна из тех вещей, которые, мне кажется, должна быть дома, если что, там, продезинфицировать порез, и да, поэтому наверняка куплю снова. Так, маска-уход для проблемной кожи, антиакный эффект Гринни. Это компания V-Cosmetics, и это была отличная маска. Она,
исчерпала себя. Она хорошо очищала кожу, она обладала таким остужающим эффектом, и кожа, когда ее только носишь, прямо так щипала. Но она хорошо боролась, собственно, с несовершенствами кожи, делала их меньше, очень хорошо очищала поры, поэтому я не исключаю, что я когда-нибудь вернусь к этой маске снова, потому что, вы знаете, с моей проблемной кожей маски для глубокого очищения – это некоторые must-have. Так что она мне понравилась, и она вся такая натуральная, что всегда большой плюс. Поэтому я, да, не исключаю, что когда-нибудь к ней вернусь, безусловно, могу рекомендовать ее вам. Так, очередная маска из красок L'Oréal Preference. Я обожаю эти маски. Я не красила волосы дома минимум год. Но у меня остались по-прежнему вот эти вот маски из красок. Я не знаю, они просто не кончаются. И она была прекрасной. Если бы L'Oréal просто их выпускала, можно было их просто так купить, я бы, безусловно, купила. Я иногда готова покупать краски и выбрасывать саму краску, лишь бы у меня оставался этот вот кондиционер. У меня закончилась свечка, я выкинула упаковку, поэтому ничего вам про нее не могу сказать, но она пахла манго. И это все, что от нее требовалось. Ее надолго хватило, она... К сожалению, если бы я могла хоть как-то ее визуализировать, я не знаю откуда, потому что это был подарок. Но она пахла манго, и она была отличная. Да. Если вдруг я ее где-нибудь увижу, безусловно, ее куплю снова. Дальше у меня закончился пробник. Это очищающий и себорегулирующий гель марка Джедерм. И подсушивающая сыворотка-корректор тоже от Джедерм. Мне эти пробники дала моя косметолог, сказала, пользуйся, если тебе подойдет, давай будем заказывать. И я воспользовалась. Очищающий гель, честно говоря, не знаю, его хватило всего на несколько раз. Я не почувствовала какой-то огромной разницы. Наоборот, мне показалось, что как-то он не особо очищает кожу. Возможно, это было только мое ощущение, не знаю. В общем, его было слишком мало, чтобы сделать там какие-то выводы насчет него. Честно говоря, не уверена. Тем более, у меня есть довольно много гелей для умывания, которые мне подходят. Насчет него я не уверена. А вот подсушивающая сыворотка-корректор мне понравилась очень. Она на самом деле подсушивала прыщики, которые были на лице. То есть, если, например, они у меня появляются, вечером я ее наношу, сверху наношу какой-нибудь крем, и к утру они становятся значительно меньше или вообще пропадают. Поэтому она, безусловно, работала, и я думаю, у меня есть вот еще пара этих вот пробничков. Когда они закончатся, я, безусловно, закажу полноразмерную вот такую сыворотку, потому что я видела результат с моей жирной кожей, это происходит далеко не всегда, поэтому она мне очень понравилась. Дальше у меня закончился пробник крема Kiehl's Super Multi Corrective Cream. Вот такой назывался, его хватило, мне кажется, на пару месяцев. Это очень щедрый пробник, Kiehl's, отличная работа. Он мне очень понравился. Я его наносила либо на там увлажняющие сыворотки, которым я пользовалась, либо вот на вот эту вот сыворотку подсушивающую, и он был прекрасен. Он отлично увлажнял кожу, он, я надеюсь, боролся с моими морщинками. Он мне очень понравился, но я не уверена, что я буду его покупать. Он довольно дорогой, и при этом... Я предпочитаю инвестироваться в сыворотки, потому что я знаю, что от них эффект больше. А крем, который наносишь поверх, насколько я понимаю, он из серии не так важен, если у тебя хорошая сыворотка. Я, возможно, сейчас говорю неправильно. Я не косметолог, я не дерматолог, я не врач, я не знаю этих вещей. Но насколько я понимаю, вот из того, что мне объясняли знающие люди, самое главное – это сыворотка, поэтому... Я не уверена, что еще и очень дорогой крем того стоит. Возможно, когда-нибудь потом, когда у меня там будет какой-то экстра бюджет. Но это было хорошо, пока было. Так, дальше наш любимый момент. Я рассказываю про зубную пасту. И это была Blendamed Pro Expert. И у меня было ощущение, что она пахнет немножко медом. И когда я ей пользовалась, у меня было ощущение, что она обладает каким-то разогревающим эффектом, что было довольно странно. Я спросила, нет ли таких вот... ассоциацию моего мужа, он сказал, нет, но за счет того, что там гранулы, мне кажется, что она сдирает мою эмаль. Поэтому основное слово, которое я могу использовать по отношению к этой зубной пасте, это галлюциногенная. Потому что она не должна пахнуть медом. У нее нет разогревающих частиц. И частицы, которые есть, не сдирают вашу эмаль. Но при этом, серия, она вызывала у нас довольно странную реакцию. Больше покупать, наверное, не буду. Шпилка для ногтей. Я ее покупала, мне кажется, полтора месяца назад в Магнит, Магнит Косметикс. И, я не знаю, вы видите, у нее ободрался вот этот матовый слой, который должен, собственно, точить ногти. Он просто стерся, и она не работает. Ее хватило буквально на пару недель. Провал. Если увидите вот, вот такие пилки, она вся в кошачьей шерсти. Если увидите такие пилки, проходите мимо. Так, а все остальное это декоративная косметика, и есть пробничек духов. Это Zadig и Voltaire. This is her.
Скорее всего, я неправильно читаю название марки. Но это вот оно. И это был один из самых потрясающих ароматов. Очень сладкий, но приятно сладкий. Он, безусловно, понравится далеко не всем. Если вы любите приторные запахи, он вам не понравится. Если любите, обязательно попробуйте. У меня очень много туалетной воды, мне не нужно еще, но, честно говоря, я думаю, что мне придется заказать, просто потому что аромат потрясающий, и он очень мне нравился на себе. То есть мне кажется, что он мне очень подходил. Кстати, вот он мне на себе нравился, когда у меня были светлые волосы. Когда я покрасила их в темный, все, я не могла этим пользоваться. Сейчас, когда у меня снова светлые волосы, я думаю, этот аромат был бы просто вот в самый раз. Он такой очень женственный, очень приятный. Не то, что темные волосы не были женственными, это не то, что я хочу сказать, я их всегда плохо формулирую, но, я не знаю, он мне нравился на себе, когда у меня были светлые волосы. Вы знаете, у меня вот эти странные мои ассоциации. Одна из тех вещей. Так что я думаю, что я куплю эту туалетную воду. Да. Итак, декоративная косметика. И первая – это тушь Art Visage Chicago. Вы знаете, это одна из моих самых любимых бюджетной туши. Я ее обожаю. У нее очень удобная кисточка. Она прекрасно прокрашивает каждую ресничку. Она удлиняет реснички, подкручивает их, разделяет, при этом не дает комочков. Она отличная, она очень-очень-очень дешевая, и ее надолго хватает, и она дает именно тот эффект, который мне нужен. Я, безусловно, буду покупать ее дальше. Это вот для меня абсолютный фаворит. Мне кажется, моя уже вторая упаковка этой туши. Она классная. Я, безусловно, ее куплю, безусловно, рекомендую ее вам. Так, а дальше это база под лак для ногтей Sally Hansen Hardness One. Вот как оно выглядит. Оно мне нравилось, я не знаю, насколько на самом деле был эффект, но оно мне нравилось, пока было. Оно загустело. Сейчас, если я смогу. Там вроде бы еще немножко что-то осталось, но оно уже абсолютно непригодно. Поэтому я выкидываю. Я думаю, что я куплю снова. Мне понравилось это средство, поэтому вполне. А дальше, о, это грустный момент. Мой любимый карандаш для глаз Smashbox, оттенка Penny Lane. Вы знаете, как я его люблю. Ему, мне кажется, всего год, и он закончился, и это очень печально, если я смогу. Да, вот немножко оттенка. Это коричневый цвет с золотистыми блестками. Он был прекрасный. Он был не очень темно-коричневый, поэтому он смотрелся не слишком как-то вот так драматично на глазах. Он был прекрасный. И он как-то очень быстро закончился, но в то же время я им пользовалась практически каждый день, и, возможно, из-за этого он так быстро закончился. И это безусловный фаворит. Я наверняка куплю его снова. Прекрасный карандаш. Просто мое сердце разбито. Я не знаю, как мне быть без него. Главное, чтобы теперь они не сняли его с производства, чтобы я могла его снова купить, потому что это прекрасный цвет. Ни на что не похоже. Казалось бы, коричневый карандаш, что может быть такого? Но этот оттенок был просто идеальный. А дальше у нас будет средство для губ. Их будет некоторое количество. И первое – это карандаш Maybelline оттенка... Нет, я сточила оттенок. Rose... Nude Rose, что-то такое. И вы видите, он в какой-то момент просто провалился в колпачок, я больше не могу его достать. Это один из самых прекрасных цветов на свете. Это один из тех карандашей, которые я использовала, когда я не знала, вот, что бы мне сделать с губами. Одно из моих самых любимых сочетаний, в принципе, вот у меня на губах, это этот карандаш и вот этот блеск Dior оттенка 343. Вот вместе это самый красивый цвет, насколько вот я могу судить. Обожаю их вместе, поэтому вот я не знаю, как они, как этот блеск будет жить без этого карандаша. Потому что я бы, безусловно, купила этот карандаш снова, но, вы уже догадались, да, он снят с производства. Этого оттенка больше нет. Очевидно. Естественно, если вдруг мне... я прошу прощения. Надеюсь, это было не слишком долго. Друзья, простите меня. В общем, этого оттенка больше нет, но он прекрасен. Я очень постараюсь найти что-нибудь похожее на вот этот цвет. Такой приглушенный розовый. Прекрасный, очень естественный, замечательный. Maybelline, почему вы сняли его с производства? Почему? Прощай, друг. Следующее средство, которое я обожаю просто, это одна из моих самых любимых помад. И это Avon, оттенок Low Vidovy Pink, линейка помад. Вот она была в такой упаковке, ее рекламировала Ирина Шейх. И я обожала этот цвет. Он очень нейтральный, он прекрасен на каждый день. Он смотрится очень естественно, но при этом делает губы визуально такими немножко более пухлыми, более объемными. Смотрится прекрасно. Заказала бы я его снова, да, безусловно, но вы уже догадались, к чему мы идем, да? Да. Эту линейку сняли с производства, потому что она хорошая, зачем ее выпускать?
я бы, безусловно, заказала. Если вдруг... Знаете, бывает у Avon, что они что-то снимают с производства, а потом где-нибудь в каталогах, в распродажах эта коллекция снова появляется. Если вдруг это произойдет, я, безусловно, куплю эту помаду. Я не знаю, я куплю 5 таких помад, потому что это отличный оттенок. Мне кажется, он у меня закончился года за полтора, что для меня быстро. И мне так жаль. Следующее средство для губ. Это блеск Revlon оттенка 022 Sunset Peach. Обожаю этот блеск. Он персиковый, он приятный. Он был хорош и сам по себе, и поверх какого-нибудь там розовенького или персикового карандаша для губ смотрелся абсолютно прекрасно. Неплохо держался. И снят с производства. Очевидно, потому что это история моей жизни. Компании всегда это делают. Я знаю, что с вами компании делают то же самое. Очень многие из вас мне пишут, если да, я тоже там любила такое-то средство, но оно снято с производства. Увы, прекрасный блеск, очень его любила, также довольно быстро у меня закончился, мне кажется, года за два, но снят с производства. Снят с производства, потому что зачем нам производить то, что классно? Давайте это просто вычеркнем из своей памяти. И напоследок, друзья, у нас средство, которое не снято с производства, и которое, я надеюсь, никогда не снимут с производства. Это вот эти вот бальзамы для губ из Ашана, из серии там за 15 или 20 рублей, сколько они стоят, я не помню. Облепиха. Их есть три. Есть облепиха, малина и клубника. Я их беру вот все по очереди. На этот раз это была облепиха. Я обожаю этот бальзам для губ. Он лучший. Он, безусловно, лучший. Я люблю пантенол, я обожаю вот эти бальзамы для губ, потому что соотношение цена и качество у них просто какое-то запредельное. И этот бальзам для губ прекрасно увлажняет губы. То есть я его наношу вечером перед сном, с утра, когда вот я только просыпаюсь, умываюсь, наношу его, и пока там я крашусь, он увлажняет мои губы. Все, вот двух раз в день абсолютно достаточно, чтобы мои губы были увлажнены. Что вы еще хотите от бальзама для губ, тем более за такую цену? Я, безусловно, буду покупать его дальше, я буду всегда его покупать, я всегда рекомендую эти бальзамы вам. Я знаю, что многие из вас по моим рекомендациям их покупают, я знаю, что многие из вас знали о них еще до меня и тоже их горячо любят. Многие бьюти-блогеры, которых я читаю, тоже их просто обожают. Поэтому это просто очень хорошее средство, очень бюджетное, очень хорошее. Я, безусловно, куплю дальше, обожаю его. Да. Джиджи момент. Так, и это все, что у меня закончилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Спасибо вам большое за просмотр. И это видео меньше, чем на полчаса. Ей! Да, это все. Спасибо вам большое за просмотр. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось, то палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Каждый месяц я снимаю для вас пустые баночки. И все остальное. Кстати, друзья, вещь, которую я хочу адресовать. У меня был абсолютно безумный месяц. Абсолютно безумный месяц. У меня было очень много дел. Очень много всего происходило в моей жизни, и, к сожалению, у меня было очень мало времени для того, чтобы монтировать видео, поэтому вы, наверное, заметили, последнее время вы видите видео серии там раз в неделю, два раза в неделю, и это связано с тем, что я приезжаю домой серии ближе к ночи, потому что очень-очень много всего навалилось одновременно, но я надеюсь, что к тому моменту, как вы смотрите это видео, я уже... вернулась в нормальный график выгрузки видео, потому что я сейчас над этим работаю. Я вот сейчас пойду монтировать видео, постараюсь монтировать как можно больше и начать их выкладывать в нормальном количестве. Поэтому, друзья, спасибо вам, что вы остались со мной, несмотря на то, что вот у меня были такие проблемы с загрузкой видео. Я прошу прощения, но у меня на самом деле было очень-очень много дел. Поэтому спасибо вам, что вы были со мной. Спасибо вам, что вы мне писали: «Елена, как ты? Где видео? Мы скучаем». Друзья, простите, что у меня был такой вот некоторый аврал. Надеюсь, что вы можете меня простить. И я очень постараюсь сейчас вернуться к регулярным выгрузкам видео. Так что, друзья, спасибо вам за то, что вы были со мной. И да, скоро увидимся. Пока-пока.